Membrii ai Academiei, stimați cercetători științifici, prezenți în sală și cei care sunt conectați online, o să trecem la limba rusă. Я хочу приветствовать всех, кто в голубом зале Академии наук, а также следят за событиями онлайн. И приветствовать сегодня академика Юлиана Ривальски, президента Академии наук Республики Болгария, который сегодня сделает очень интересный доклад. Bulgarian Academy of Sciences, Current Status and Perspectives. Он будет читать эту публичную лекцию на русском языке. И хочу отметить, что для нас очень поучительная эта лекция, поскольку в Болгарской Академии Наук имеет историю 150 лет. Прошла через и трудные времена, и более легкие времена, но самое главное, что сегодня это организация, которая имеет успехи и очень хорошую видимость на английском visibility на международной арене. Webometrics, согласно Webometrics, занимает 117-ю позицию среди научных центров мира, 117-ю позицию. Это очень высокая позиция. И сегодня господин президент Рибальский расскажет, но забегая вперед скажу, что заметили, 13% сотрудников с учеными степенями в Болгарии это в рамках Академии наук, в институтах Академии наук, 13%. Но эти 13% делают вклад в 50% в публикациях, число публикаций, которые публикуются в международных журналах, 50%. 50% грантов, которые выигрываются в рамках европейских конкурсов, я имею в виду в первую очередь «Горизонт 2020», и 70% патентов. Вот что значит иметь сильные специализированные научные институты в рамках Академии наук. Буквально пару слов. Господин академик Илья Рибальский окончил Софийский университет, там же защитил диссертацию, стал профессором, кажется, в начале века. В 2008 году член-корреспондент Болгарской академии наук, в 2015 академик, full member of the Bulgarian Academy of Sciences, 2016 президент Академии наук Болгарии, ученый с мировым именем, он в редакционных коллегиях многих журналов мира по специальности, специалист в области математики, посетил много-много стран, работал, читал лекции и в Соединенных Штатах, и в странах Европы, Германия, Франция и других странах. Я предлагаю, чтобы мы перешли к лекции. Господин президент Рибальский, от имени президиума и от имени членов Академии наук Республики Молдова, мы благодарим за ваше согласие читать сегодня эту публичную лекцию и с удовольствием предоставляем вам слово. Спасибо большое, господин президент, дорогие члены Молдавской Академии наук. Для меня большое удовольствие, чтобы есть возможность поделить с вас наш опыт, который получился после перемены. У нас были очень трудные моменты. Сейчас ситуация немножко усилилась, но все-таки есть очень большая работа впереди нас.
Прежде всего я хочу тоже сказать, что извиниться, что мой русский не достаточно хороший, но если что не будет неясно, есть по-английски, есть по-болгарски, так что попытаемся вместе понять, что там суть дела. Как сказал и господин президент, мы самая большая организация насчет возраста. У нас исполнилось 150 лет год тому назад. Мы были созданы в Брила, Румыния 9 лет до освобождения Болгарии от Османской Республики после русско-турецкой войны. Так что мы на 9 лет старше, чем новое современное болгарское государство. И вы знаете, что у нас структура была похожая, так что у нас есть институты, как и у вас. Это было, в этом смысле мы являемся национальным центром научных исследований, и вместе с нами, конечно, это академики и член-корреспонденты Болгарской академии наук. Это общая структура, которая очень хорошо вам известна. Конечно, на этот слайд тоже вы видите вещи, которые очень хорошо известны. Мы делаем, конечно, фундаментальные исследования, прикладные исследования. Мы обучаем докторанты или аспиранты, как назывались, в прошлое, но очень важная у нас задача, мы являемся самым главным экспертным центром для болгарских институций, правительства, парламент, президентства страны и другие общественные организации. Это очень важный раз нашей работы, потому что все-таки мы национальная организация, которая подпомогает государственные органы, когда есть важные вопросы для общества. То, что, наверное, вещи известны, что случилось после перемен. У нас были два периода с очень большие и очень важные структурные реформы. Первая случилась в начале 90-х годов, когда был принят нов на этом моменте закон для Болгарской академии наук, который снова определил нашу организацию как автономная научная организация. Но то, что поменялось, это структура управления. Новое общее собрание уже состоится по этому закону из ученых, которые выбраны в институте академии, так как до 1989 года это общее собрание было составлено из академиков и член-корреспондентов. Это очень серьезная культурная реформа. Другое, что очень важно, что несколько лет после принятия этого закона был принят нов устав, как это по-русски называется, думаю, что устав, который регулирует наша работа, которая очень следовало этого нового закона. 10 лет тому назад появился и так называемый орган настоятельства, совет настоятелей. Это орган из, скажем, 12 человек, который состоится из представителей общества, не только представителей академии, которые есть какие-то контрольные функции для работы академии. Это было первое, так, волна реформы, которая была очень трудная, потому что, как вы увидите на этом слайде, мы до 89 года были где-то более 15 тысяч служителей, ученые, не только ученые, конечно, административный персонал и технический персонал, тогда как где-то в конце 2000 года мы были 8 тысяч. А сейчас, я снова скажу это через несколько слайдов, мы не более чем 6 тысяч человек, скажем, ученые, из них 3 тысяч, не более чем 3 тысяч.
У нас было 122 научные единицы, где-то в середине 90-х годов уже стали 73, сейчас у нас 42 института и там 8 лабораторий. Так что это был период на очень жесткие внимание Академии как брой ученых, и как брой институтов, и, конечно же, были очень много проблем с точки финансирования Академии. На этом я скажу несколько слов через несколько минут. Так что это была первая очень большая период на большие структурные реформы. А здесь, на этого слайда, вы видите до 2015-го, как был состав. Смотрите красную колонну, вы видите, что уже в 2015 году мы были меньше, чем 6 тысяч человек. Второй период на структурной реформе был 2009-2010 года. Этот период был предшествован, я скажу, нехорошее, очень мягкое отношение с очень много государственных органов насчет Академии. Была очень большая критика, что мы недостаточно эффективны, что мы делаем в современной ситуации. Так что мы были принуждены, чтобы попросить международный аудит. Мы единственная организация благодаря, которая попросила международный аудит, и пришли коллеги из Европейской академии, ЛЕА, Европейская научная фундация, которые сделали очень, очень подробный, детальный аудит наших деятельностей. И заключение было, что общее заключение было, что независимо от трудностей, которые у нас существовали, мы делаем научную продукцию на очень высокий мировой уровень. Так что было очень положительное с точки зрения ситуации, которая существовала. И на основе этого аудита, международного аудита, научного аудита, мы сделали реформы, которые были, конечно, были две самые важные задачи. Одна — ответить на то, что общество ожидает от нас, как активная, эффективная научная работа и, конечно же, первая деятельность, связанная с этим. И другая была, потому что Болгария уже была в Европейском Союзе, чтобы мы равноправно и эффективно вместились в эти, которые называются европейские научные пространства. Тоже были структурные примеры. Вы видите, что институты были 69, они стали 42, это было 2010 года. Была осуществлена очень серьезная аттестационная деятельность. Приблизительно, как я вам сказал, 3000 ученых были очень серьезно аттестованы. Перемены были сделаны тоже в устав Болгарской академии наук, и, конечно же, это, которое называется аттестация, оно было как поставлено как в основе будущей такие, так что каждые три года у нас идут аттестации в институты, которые очень серьезно оценивают роли и работы ученых, и, конечно же, если результаты отрицательны, два последовательные раза, так что они освобождаются от позиций, которые они занимают по предложению ученого совета. Это была тоже очень трудная структурная реформа, которая была для нас нелегко проводить. Я не, может быть, не буду тратить очень много времени, как и были цели, потому что они очень естественны. Я сказал, что
Надо же было повысить эффективность нашей работы, чтобы мы адресировали самые важные проблемы общества, у которых научные исследования надо же пользоваться. Слабое было связано с бизнесом, с представителями бизнеса, с индустрией, так что надо было сделать тоже перемены там. Интердисциплинарность наших научных исследований и другие. Так что очень естественные цели, которые были поставлены, теперь, как я сказал, чтобы повысить эффективность и чтобы общество увидело, что Академия она, нужна государству, нужна людям, и что самые важные проблемы, они необходимый научный подход. Одно из наших перемены, которые приступили, что была тоже структурная реформа в наших направлениях, которые до этого момента были классические, как у других академий. На этом этапе они были, были реформы, которые ориентировали к нуждам общества. И видите здесь эти 9 направлений, которые сейчас актуальны в Академии наук, информационные и коммуникационные науки, энергия, нанонауки, биомедицина, биоразнообразие и так далее. Как я сказал, в этих 9 направлениях у нас есть 42 института и 8 лабораторий. У нас есть тоже 10 такие единицы, которые как Центральная библиотека, издательство, как научный архив и другие. Ваш председатель уже сказал, что мы даже на этом моменте чуть меньше, чем 3000 ученых, которые, если взять все ученые, не только в публичном секторе, но в частном, составляет где-то 13-14%, но если вы смотрите на эту мировую базу World of Web of Science, вы увидите, что более чем 50% в этой научной продукции, которая видна там, дело ученых академии и более чем 70% из патентов. Вот здесь видно на этой диаграмме, это на прошлый год, на 2019 данные, 50% из научных публикаций Академии, 23 это Софийский университет, самый большой университет, 17% это Медицинский университет Софии, и микротехнологические, технические, там другие, есть другие, конечно же, но они очень мало. Так что мы продолжаем быть самая эффективная научная организация, потому что уровень наших публикаций в мировом виде очень большой. То, что случилось на последние годы, что мы очень много держим и взяли мерки, чтобы качество научной продукции получилось. Здесь вы видите так называемое квартили, не знаю как по-русски это называется, вы видите, что первое Q1 и Q2, где самые лучшие публикации в Web of Science и Scopus, у нас более чем половина из наших научных публикаций. Это очень, одна из очень важных задач, которые мы делаем последние годы, чтобы стимулировать качество научных публикаций. Несколько данных здесь на публикации и цитаты. Публикации это маленький блок, цитаты вы увидите там 2017-2018-2019 года. Думаю, что в этом плане тоже хорошо представляемся.
То, что важно, за что у нас финансирование идет на по два государственные субсидии и дополнительные финансирования по проектам. Здесь вы видите дополнительное финансирование. На 2019, в период, вы видите последние 5-6 лет, на 2019 у нас было практически то же самое сумма, 90 миллионов лева, это означает 45 миллионов евро. Сумма была практически то же самое, как и государственная субсидия, которая идет из бюджета. На это тоже мы уделяем очень большое внимание, потому что проектная деятельность сильно важна для нас, проектная, которая надо же привлечь дополнительные средства, чтобы мы могли функционировать достаточно эффективно. Есть какая-то дополнительная информация, какие дополнительные мы получаем из иностранные приходы, потому что у нас есть большая, не только из европейские программы или там другие программы, но тоже из бизнеса этой организации. На этот слайд я скажу только что последние 10-15 лет то, что получилось, если до 90-х годов там фундаментальные исследования были более чем прикладные, сейчас ситуация не такая, вы знаете, что так как ожидается от нас более и более прикладные научные исследования, можно сказать, что сейчас фундаментальные исследования они гораздо меньше, чем это было до 90-х годов. Это ситуация с патентов, то же самое, даже очень большой процент, более чем 70% из патентов, они в Болгарской академии. Я сказал, что одна из наших задач, чтобы обучали таранты, относительно устойчивое число, те, которые защищают успешно, с одним исключением 2016 года, где-то 40 человек каждый год защищают докторанты, которые, к сожалению, недостаточно для нас как число, чтобы у нас были достаточно новые кадры, потому что одну часть этого эти молодые люди, которые засчитают, одни из них уходят в бизнес, а другие уходят в иностранные университеты и научные организации, потому что они очень хорошие, подготовлены, и очень легко они у них, если они хотели найти позицию, которые иностранные университеты в Западной Европе или в Соединенных Штатах, там Канаде или другие страны. Вот это слайд показывает эту тревожную ситуацию. Возраст у нас, как вы видите, 50 лет средняя, которая нехорошо. И вы увидите, что есть какие-то недостаточно молодых людей, скажем, и тоже недостаточно людей, которые уже в этой период карьеры, когда они достаточно хорошо подготовлены, чтобы заместить те, которые уходят на пенсию. Это очень тревожная картина, которую, я не знаю, мы боремся в эти последние годы с социальными программами для молодежи, но невозможно, чтобы сразу поменяли эту тенденцию, которая очень обеспокоительная. Научный состав последние
4-5-6 лет практически устойчивый. Здесь вы видите, какое распределение, но нормально. Для нас оно нормально. Те, которые ассистенты, называемые там главные ассистенты, они составляют половина, даже больше. Здесь вы увидите, как я сказал, у нас есть, конечно же, дети из государства, государственная субсидия. На прошлый год она была 2 миллиона. Как вы увидели, то же самое мы успели осигурить через проекты. Несколько слов я скажу на то, что я сказал вначале, что мы самый большой, самый важный, самый крупный центр государства насчет то, что называется экспертная деятельность. У нас есть разностранные деятельности, как метеорологические, гидрологические, агрометеорологические. Здесь находится у нас тоже институты, которые ответственны на все, что связано с сейсмографской ситуацией в стране и не только в стране, которая живет. То, что связано с геомагнетическими, ионосферическими и другие процессы, мы тоже наблюдаем. Окружающая среда, вы знаете, сейчас это очень важно. Я думаю, вам известно, что Европейские союзы очень стриктные такие параметры, все, что связано с окружающей средой, так что там у нас очень много. Вот и мы самый главный коммуникационный центр в стране, все, что касается этой информационной технологии. У нас находится, в Академии находится самый большой суперкомпьютер в Болгарии. Так что в этом смысле мы тоже очень делаем. Но, кстати, надо же добавить на все это так, что государство очень часто доказывает на нас, доказывает такие экспертные мнения, очень другие важные, как демографские проблемы, образовательные политики, как у нас очень, вот эти демографские проблемы очень серьезные. То, что связано с образованием в последние годы, тоже очень делают перемены и там реформы, которые необходимы. Все, что связано с здравоохранением и всякие такие экспертизы, у которых обязательно не нужна научная экспертиза, и наши ученые делают это. Я забыл сказать вначале, что, но я думаю, что у вас это известно, что у нас практически есть все научные направления, кроме клиничной медицины, которая исторически на медицинских университетах была, и есть отдельная организация, которая занимается агронаукой, как это было и в Советском Союзе, и другие страны из Советского Блока, так что все другие там, и включая социальные, гуманитарные науки, природные науки, математики, информационные, коммуникационные технологии, нервные науки, они находятся в наших институтах. Тоже очень активны на поле, все, что связано с образованием. Конечно, самое важное – это связь с университетом. И вы увидите, у нас, я сказал уже, что у нас есть докторантская программа,
это 500 человек обучается, но у нас очень активное участие в образовательные процессы другие университеты, где-то приблизительно 600 наших коллег, они преподавают, они преподаватели в разным университетам, как бы у нас очень много и совместные научные проекты с университетами. Каждый год и у нас есть, конечно, тоже много споразумения университета, но мы у нас нет возможности самостоятельно, чтобы мы обучали студенты, бакалавры и магистры, но вместе с университетом мы делаем это очень активно и думаю, что в этом направлении мы тоже даем наш вклад для развития страны. Международным планом. Вы можете представить, что в международном плане мы самая активная организация. Большая часть из нас, родного научного сотрудничества Болгарии, это Болгарская академия наук. У нас есть партнеры в более чем 40 государствах. У нас более чем 40 споразумения с другими академиями и научные институции, и все это, конечно, означает совместные проекты, очень много индивидуальных обмен. У нас есть, как у нас есть докторанты, которые придут в другие страны, так и наши докторанты, они идут в другие страны, в другие организации. Я не могу сказать даже, какое число, очень большое число совместные научные мероприятия, только в моем институте математики и информатики у нас есть где-то 150-200 на год, очень много. Так что можно сказать, что большая часть международного сотрудничества, научного сотрудничества в Болгарии – это международное сотрудничество Болгарской академии. Я не буду тратить много времени, вы можете представить, что у нас очень много государственных организаций, как министерства, как другие организации, пользуют нашу экспертизу, и у нас очень хорошее взаимовыгодное сотрудничество. Что нас ожидает в будущем? Мы приняли, 2 года тому назад, мы приняли стратегию на развитие Болгарской академии наук до 2030 года, и там у нас первый этап, конечно же, продолжение утверждения нашей организации как очень высокоэффективная, самая большая, конечно, самая эффективная научная организация в Болгарии, и не только в Болгарии, но в регионе, и чтобы она утвердилась, как и было, и продолжает реализация как очень эффективная научная организация в международном плане. Конечно же, мы очень серьезно работаем, чтобы дали наш вклад в развитие нашего государства, нашего общества. Вы знаете, что сейчас очень важно, чтобы училось качество жизни, чтобы мы работали на то, что как предотвратить и уменьшить утраты, когда есть природные неблагоприятные феномены. Мы связаны практически с тем, эти чувствительные темы для общества, которые касаются, конечно, все государства. Очень важно будет
тени связи с бизнеса, потому что это связано не только этот уровень, который мы хотим и который бизнес организации тоже. Я сказал, говорил уже для нашей экспертной деятельности, там не буду тратить много времени, но образование на все нива будет тоже наш приоритет в будущее, потому что это важно как на время для страны, для других секторов, но важно для нас тоже, потому что мы, наши будущие кадры идут в образовательной системе. Последние годы мы очень много обратили внимание на региональные связи, потому что, наверное, как и у вас, институты, они концентрированы в Софии. Есть несколько, конечно, не только в Софии, но они немного. Так что мы делали так называемые региональные академические центры в 18 других городов, так что получаем там на местном уровне связи и с бизнесом, и с местной властью, и с местной образовательной институцией. Я сказал, что, наверное, как и у вас, мы в Академии, вы знаете, что, наверное, что в нашей Академии наук, среди академиков и член-корреспондентов есть тоже представители искусства и познания, так что мы один из духовных центров этой страны, так что там тоже у нас есть очень важные задачи, которые... Не буду говорить снова для международный авторитет, потому что это, когда речь идет о науке, это как по дефиниции, как мы математики часто говорим, что международное сотрудничество — это часть нашей научной деятельности. Наука, она мировая. Так что думаю, что это, в общем, самые главные штрихи, на что я хотел сказать, что случилось с нам после 89 года, были, как я сказал, два очень трудные периода. Последние годы я могу сказать, что какая-то стабилизация и наблюдается. Отношение государственной институции к Болгарской академии наук улучшается в позитивном смысле. Они думают, что очень хорошо они понимают, что без науки в современном обществе не будет просперитет государства и общества. Так что мы видим положительные перемены, но недостаточно. Все-таки опасность, чтобы мы потеряли наши кадры, что нет достаточных кадров, чтобы получилось одно равномерное развитие Академии в положительном смысле, в положительном потоке. Так что там у нас самый главный проблем, и он не решен. Мы делаем все, чтобы с этим проблемой справились. Спасибо большое для ваше внимание. Спасибо большое, господин президент, за очень интересную лекцию. И я хотел бы отметить, что у нас здесь в Голубом зале Академии наук Молдовы вся без президиума Академии наук есть вице-президент академик Борис Гаин, вице-президент член корреспондент Сана Кажатару, вице-президент член корреспондент Виктор Марару, академик Митрофан Чабану, академик Михай Чемпой, профессор Василий Ботнари, другие ученые, но в основном все следят по онлайн. Я надеюсь, что будут и пара вопросов. Я хотел спросить, господин президент, как вам удалось, или каково было влияние пандемии,
какое влияние пандемия оказала на деятельность Академии, институтов Академии, и как вам удалось продолжать на таком высоком уровне деятельности, несмотря на очень тяжелые времена? Спасибо, Гадит, вопрос. Прежде всего, я скажу, что Болгарская академия наук, как научная организация, была самая активная, очень активная во время этой пандемии, во всяком смысле, потому что не только у нас биомедики были очень активны, у нас разрабатывалась вакцина, очень много научных стартировало разработки вакцины против COVID-19, которые финансированы и Институт Пастера Франции, и с другие научные разработки, но наши коллеги, они были очень самоинициативны, они очень много помогли болгарские медики, медицинские работники в этой пандемии. Я только один пример даю. Наши центральные этой больницы интенсивного, они была создана очень быстро, очень модерная лаборатория для тестования. Это PCR-тест. Но не было никого, который знает, как это делать. Так что директор Института молекулярной биологии создал экип, чело с этим директором, они там работали 2 месяца абсолютно добровольно, и мы обучили местные лаборанты, как делать эти PCR-тесты. Были другие инициативы тоже в области математических моделей. Сейчас мы делаем математические модели в области учения общественного на глаз, как общество реагирует, экономические прогнозы. Все наши онлайн-ресурсы, когда было, потому что обучение надо же было онлайн делать, все наши онлайн-ресурсы были предоставлены. Так что очень активно, я думаю, это было... конечно, отмечены из наших институций. Насчет работы мы очень быстро организовались в этой новой обстановке. Думаю, что в каком-то смысле, если мы сравниваемся с университетом и там школой, мы были в каком-то привилегированной позиции, потому что очень быстро, воспользуясь нашей информационной технологией, мы перестроили нашу работу на или онлайн, или там, где были эксперименты, они сделали очень жесткую организацию на присутствие людей, чтобы эксперименты не продолжали. Так что думаю, что в этом тоже мы организовались очень хорошо, но все-таки у нас не было этой обязанности, которая была у наших коллег из университета, чтобы организовать тоже учебный процесс на онлайн. Только наша работа, которое каждый день мы делаем. Так, спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть вопрос? Да, член-корреспондент Светлана Кожакару, пожалуйста, тогда. Господин президент, спасибо за очень интересную лекцию. Это во-первых. Во-вторых, спасибо за постоянную поддержку, которую Болгарская академия наук и вы лично оказываете молдавской науке, в частности нашим математикам. До прихода в академию я более 40 лет проработала в Институте математики и информатики, в том числе его директором. Еще раз хочу поблагодарить за то, что в 2014 году, когда наш институт отмечал свой 50-летний юбилей, вы приезжали на нашу конференцию, выступали на нашей конференции математической. Большое спасибо. А теперь вопрос по поводу финансирования Академии наук Болгарии и науки в Болгарии в целом. Как вы оцениваете процент
ВВП, GDP по-английски, да, который выделяется на науку в последние годы. Он возрастает, убывает постоянный. Да. Спасибо для вашей... У меня всегда было очень специальное отношение к молдовской академии наук, к моим коллегам, но вы... Я не сказал, но мы тоже, у нас были очень тяжелые моменты. Я говорил там на 2009 года, там был, на этот момент был, была попытка, чтобы академия была распреименована. Был проект в закон, чтобы институты, все институты, какие-то там ведомства идут и так далее. Так что были тяжелые моменты, я знаю, что у вас нелегкие моменты тоже. Но насчет процента, очень... К сожалению, в Болгарии очень низкий этот процент. Он улучшается в последние годы, но недостаточно. Мы очень далеко от этого, которое было записано в европейские документы, что в 2020 года этот процент надо же, из государства надо же быть процент, 1,5% и 1,5% из бизнеса, так чтобы 3%. У нас сейчас с государства идет не более чем половин процент, наверное, не более чем половин процент. Но все-таки есть тенденция улучшения. Медленная тенденция, но все-таки тенденция улучшения. Так что надеюсь, что в каком-то моменте будет более серьезное увеличение, которое идет из государства. А когда из государства идет, я думаю, что бизнес тоже заметит это и будет тоже отделять более. Спасибо большое. Господин президент, еще раз спасибо большое за ваш доклад. И от имени президиума и членов Академии наук Молдовы я хочу пожелать вам лично и Болгарской академии наук процветания, чтобы сейчас у Болгарской академии наук 117 место в мировой классификации согласно Вибометрикс, чтобы Академия наук Болгарии поднялась еще выше и есть и будет хорошим примером для нас. И приглашаем вас с визитом в Кишинев, в Республику Молдова, в Академию наук Молдовы. Мы знаем, что вы были, но это уже относительно давно было, так что как пандемия спадет, приезжайте в Кишинев. Болгария и Республика Молдова почти соседи. Еще раз спасибо и всего наилучшего вам, членам Академии наук Болгарии, и ждем вас в Кишинев. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. С большим удовольствием буду посетить ваши страны, но я приглашаю тоже, чтобы вы пришли. Спасибо, спасибо. Как спадет спасибо. Пандемия, мы укрепим наше сотрудничество. Да. Взаимными визитами. Да. До свидания. Всего наилучшего вам. Да. Спасибо всем и успехов в дальнейших действиях.